Уровень киберпреступности на платформе Ethereum растет. Как сообщает CoinTelegraph, серьезные киберпреступления, такие как финансовые пирамиды, хакерские взломы, фишинг, эксплойты и другие, происходят прямо пропорционально с ростом стоимости эфириума на рынке. На сегодняшний день из 1,6 миллиарда долларов, вложенных в ICO в этом году, 150 миллионов оказались в руках киберпреступников. Платформа Ethereum дает возможность упростить разработку сложных смарт-контрактов и децентрализованных автономных приложений DApps. Также стоимость криптовалюты постоянно растет. По этим причинам платформы Ethereum чаще всего выбирают для проведения токен-сейлов, набирающих все большую популярность. С другой стороны, такая популярность среди киберпреступников позволяет компании создавать больше решений и более безопасные контракты, обеспечивая надежную и безопасную платформу.